Приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу показать, как я делала вот такую вот красивую елочку. Посмотрите, какая она вся легкая, воздушная. Все веточки у нее гнутся, не ломаются. Ее даже не надо уже ничем подкрашивать, она сама по себе блестит. Кажется, такая прелесть украсит любой интерьер. Ее можно поставить на стол, на тумбочку, на камин, возле монитора. И уже она будет создавать такое настроение. И вот мне очень нравится, что она имеет такой эффект воздушности, какой-то такой легкости. Необычная елочка такая. Из чего я ее делала? А делала я ее из горячего клея. Вот этим клеем-пистолетом. Оказывается, этот клей не только как универсальное склеивающее средство, но и подходит для разных подделок. Когда клей застывает, он имеет такой вот, как силикон. Да, вот такой он гнется разные стороны, не ломается. Приятно, кстати, очень на ощупь. Вот, и вот такая вот красотень получилась из него. Елочку можно украсить как угодно, на свое усмотрение, разными бусинками, либо какими-то там разными красками, на свое усмотрение. Ну, давайте для начала я покажу, как я ее делала, а после перейду к украшению этой елочки. Ну вот такая вот елочка у меня получилась. Я склеила все элементы, все веточки. И вот такая красота вышла в итоге. Елка очень крепкая. Ее можно щупать, трогать, гнуть. И с ней ничего не будет. Теперь настало время украсить елочку. Украшать я ее буду
бусинками. У меня есть бусинки разного цвета. Я их отрежу, чтобы было по одной бусинке. И посажу на клей. На каждую веточку разные бусинки. Вот я начикала бусинок разного цвета. Теперь я буду приклеивать к нашей елочке. Клей очень быстро схватывается. Бусинки моментально приклеиваются. Так, самые крупные я разноцветные бусинки посадила на клей. Вот так вот выглядит теперь моя елочка. У меня есть еще очень мелкие бусинки беленькие, и я их хаотично раскидаю по всей елочке. Вот я украсила свою елочку. Смотрите, как здорово получилось. Эти беленькие блестящие бусинки тоже хорошо сели на свое место. Тут внутри я их тоже приклеила по веточкам. Верхушка. Смотрите, как здорово получилось. Блин, классно. Мне очень понравилось. Вот так вот я украсила свою елочку. Кто бы мог подумать, что из горячего клея такая прелесть может получиться. Потратила, конечно, я много времени для того, чтобы сделать все эти веточки из горячего клея. Но, тем не менее, результат превзошел все мои ожидания. И даже ассистент мой немного уморился. Вот он лежит без задних ног. Устал. Сейчас я свою елочку поставлю в новогодний уголок свой и посмотрю, как там она заиграет. Вот, смотрите, я поставила в свой новогодний уголок эту елочку. И смотрите, как красиво. Как она хорошо проводит свет. То есть она как прозрачная. И вот гирляндочка светится. И елочка пропускает свет. Смотрите, как красиво, это просто необыкновенно. Мне уже тут не хватает в новогоднем уголке места для всех моих поделок. Уже расставляю, где только могу. Но, тем не менее, такая красота вот получается. Тут поместились пока мои три елочки. Позже я их расставлю по всей квартире. Смотрите, как красиво. Ну что ж, ребята, если вам понравилось, пишите обязательно в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Как вам такая елочка? Смотрите, как красиво мигает. Как хорошо она пропускает свет. Внизу под видео в описании я оставлю еще ссылочки на новогодние свои поделочки, что вы можете их посмотреть, подсмотреть что-то для себя, тоже что-то сделать. Поздравляю всех с новогодними праздниками, с Рождеством Христовым. Желаю вам всем крепкого здоровья, успеха, удачи, любви, радости, много денег и Божьего благословения. На этом все. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Thank you.
Merry Christmas!